Привет, дорогие друзья, снова с вами я, ваш друг Парвин Гайдаров, и у нас снова новая тема, и наша тема называется «Мешок картошки и мода». Эта тема может интересовать большинство женщин, очень много женщин есть модницы, они думают, что мир кружится вокруг них, но они не в курсе, что их вкусы формируют через СМИ, теневые хозяева мира. Как это бывает? Я дам вам один пример. В 1950 году критиковали Мерлин Монро и сказали, что секрет ее красоты заключается в том, что она всегда одевается модно и стильно. И чтобы доказать она обратное, через год, в 1951 году, Мерлин Монро сделала фотосъемку, и она была одета на мешок картошки. И знаете, что случилось? Через год, через некоторое время во всех штатах США для женщин мешок картошки стала модной одеждой. Вот так. Благодарю вам. До новых встреч. Пишите в комментариях, что вам нравится и что вам не нравится. Я думаю, что этот ролик вам понравится. Я здесь хотел доказать вам, что вы поняли, что как через звезды теневые хозяева мира делают что-то модно или что-то не модно. Пока.